Друзья мои, в этом уроке я вас познакомлю с интерфейсом программы Adobe Premiere Pro. Начнем мы вот с этого окошка «Проект». Здесь будут находиться все импортированные нами файлы. Давайте импортируем их сюда. Двойным щелчком левой кнопкой мышки. И вот указываем папочку, где лежат наши файлы на компьютере. И если мы хотим предварительно просмотреть файлы, которые мы хотим импортировать, мы можем это сделать обычным способом. На файле правой кнопкой мышки открыть с помощью проигрывателя Windows Media. И вот просматриваем файлы и решаем, нужен ли нам этот файл в проекте или нет. Если мы решаем, что нам нужны все файлы, нажимаем левую кнопку мышки вправо и вниз. А вводим все файлы, нажимаем кнопочку «Открыть». И файлы импортируются в наш проект для дальнейшей работы. Для удобства размещения файлов и чтобы не было бардака у нас в проекте, мы создадим отдельные папочки. Это видео снималось в два периода. Это май и это апрель. Как создать папочку? Раздвигаем окошко. Видим значок папки. Когда наводим, появляется подсказка «Новая подборка». Нажимаем левой кнопкой мышки. И появляется папочка с названием «Подборка». Удаляем надпись и пишем «Апрель», чтобы зафиксировать папку в пустом месте левой кнопкой мышки. Еще одну папочку создаем и пишем «Май». И снова фиксируем. Прошу обратить внимание, когда наводим на файл, всплывает подсказочка с параметрами нашего видео. Здесь разрешение видео, кадры в секунду, герцы. Еще мы можем это увидеть вот таким вот образом, раздвинув это окно. Здесь мы видим разрешение кадра, здесь герцы, здесь кадры в секунду, длительность, начало, точка входа и точка выхода. Ну, по этому поводу не заморачивайтесь. Сдвигаем наше окошко. И как же нам разместить наши файлы в папке? Как определить, где у нас апрель, а где у нас май? Для этого нам нужно просмотреть наши файлы. Как мы можем это сделать? Мы можем их просмотреть с помощью вот этого ползуночка. Наводим на него, зажимаем левую кнопку мышки, поднимаемся вверх. И видим наши файлы от 1 до 00179. Ну, примерно где-то середина должна быть файлы, заканчивается апрель и начинается май. Нажимаем на видео один раз левой кнопкой мышки, и мы видим, оно начинает отображаться вот в этом окошке. Нажимаем play, и здесь мы можем его просмотреть. Но просматривать здесь неудобно, очень маленькое окошко. Поэтому нажимаем двойным щелчком левой кнопкой мышки. И у нас появляется, я слишком раздвинула. У вас может быть это выглядеть вот так, поэтому раздвигаем. И появляется наше видео в окне предварительного просмотра. Вот это все окно предварительного просмотра. Мы можем нажать на play и просмотреть наше видео. То есть, если мы хотим просмотреть следующее видео, нажимаем левой кнопкой мышки два раза, и оно появляется в окне. Снова play. Но нам неудобно просматривать так каждое видео. Как же сделать, чтобы нам было удобно? Для этого мы с вида списка переходим на вид значки. Нажимаем на эту кнопочку. И здесь подсказка просмотра в виде значков. Теперь нажимаем левой кнопкой мышки. Теперь наше видео отображается в виде иконок. И нам уже понятие, что мы здесь видим. Также здесь можно регулировать размер этих окон вот этим ползуночком. Видите, значок маленькая гора и подсказка уменьшение и большая подсказка увеличение. Вот ползуночек. Тянем вправо, увеличиваем, тянем влево, уменьшаем. Я думаю, так будет достаточно. Теперь также можем прокручивать левое колесико мышки, чтобы опускаться вниз или подниматься вверх. И вот я вижу, что, скорее всего, с этого видео начинается у нас апрель. Нажимаю левой кнопкой мышки, появляется наш ползунок.
Я могу его прокрутить. Да, я вижу, это начинается май, а это апрель. Итак, для того, чтобы поместить их в соответствующую папку, я нажимаю снова на вид список. Просмотр в виде списка. Видите подсказочку? Нажимаю левой кнопкой мышки. Уменьшаю наше окошко. И теперь номер видео у нас выбранного 3090. Поэтому возле 4.0.1 ставим левую кнопку мышки, зажимаем, уводим вправо и опускаем вниз. Как видите, если мы просто так опускаем, окно не движется. На ползунок мы нажать не можем, прокручивающий. Колесико, если мы крутим, оно не прокручивает в данном случае. Поэтому опускаем наш обвод ниже иконки нашего окна. И обводка опускается сама. И вот 90, наше видео. Мы обвели, отпустили левую кнопку мышки. Теперь зажимаем левую кнопку мышки, выделенный фрагмент, и просто перетаскиваем вниз. Просто тянем, зажав левую кнопку мышки. Теперь видим наши папочки. Если мы наводим на папочку «Апрель», видите, она подсвечивается, немножко потемнела. На папочку «Май» происходит то же самое. Наводим на папочку «Апрель» и отпускаем левую кнопку мышки. Что произошло сейчас? Мы видим, в нашем списке главным идет видео, начиная 3.0.91. То есть предыдущих видео здесь нет. Они у нас находятся в нашей папочке «Апрель». Вот значок «Развернуть и свернуть папку». Еще раз на папочку «Апрель» нажимаем и видим здесь наше видео, начиная с 4.0.1 до 3.0.90. Теперь нам нужно поместить оставшееся видео в папочку «Май». Для этого зажимаем левую кнопку мышки напротив последнего файла, ведем вправо, теперь вверх. Отпускаем левую кнопку мышки, прокручиваем вниз, зажимаем левой кнопкой мышки выделенный фрагмент и тянем его на папочку «Май». Отпускаем левую кнопку мышки. И видим то же самое. Теперь оставшееся видео находится в папочке «Май». Если нам нужно посмотреть содержание папок, нажимаем на папку двойным щелчком левой кнопкой мышки. И видим, что открывается дополнительное окно просмотра. Если же мы хотим видеть файлы в списках, мы просматриваем их так. Если же мы хотим видеть видео в виде иконок, мы снова нажимаем на значок «Просмотр в виде значков» левой кнопкой мышки. Теперь мы видим наше видео более ясно и отчетливо. Если же у вас отобразилось не так, идем в этот значок «Список». Нажимаем левой кнопкой мышки и ставим галочку напротив слова «Миниатюры». И тогда видео отображается у нас в другом виде. Снова идем, нажимаем, ставим галочку «Миниатюры», и вот отображается уже в виде значков видео. Если мы наводим курсор на видео, ничего не нажимая, видео начинает просматриваться. Левой кнопкой мышки два раза появляется ползунок. И вот мы уже можем сами управлять просмотром видео. Если нам нужно удалить какое-то видео, мы просмотрели и решили, что оно нам не нужно. Выделяем его левой кнопкой мышки. И в правом нижнем углу этого окна видим значок корзины. Если на него наводим, появляется подсказка «Очистить». Нажимаем левой кнопкой мышки. И вот видим, этого видео не стало под названием 4.0.1. И так мы можем сделать с любым видео. Я верну обратно два действия, Ctrl-Z и Ctrl-Z. И наших два видео вернулось. Теперь закрываем наше окошко. Не волнуйтесь, оно никуда не делось. В нужный вам момент оно снова появится. Нажимаем двойным щелчком мышки. И видите, наше окно никуда не пропало. Закрываем.